Здравствуйте. В преддверии Международного женского дня кто-то озадачен выбором подарка, а кто-то тем, как написать название этого праздника, не допустив ошибку. С 8 мартом или с 8 марта? Как правильно, объяснит эксперт Юлия Старицына. Единственный правильный вариант произношения и написания – с 8 марта. Потому что у словосочетания «8 марта» уже есть другое назначение. Оно называет «8 по счету март». Другое дело, что в русском языке нет продуктивных контекстов, в которых это сочетание реализуется. Поэтому для нас оно неочевидно, неуловимо. Мы можем сказать «минуло 5 зим, весен», но не говорим «прошло уже 3 декабря или 8 мартов». Итак, пишем с 8 марта, имея в виду не 8 по счету месяц март, а 8 по счету день месяца марта. Также обратите внимание, что календарная дата отличается от названия праздника именно строчной буквой «М». Это значит, что если мы подразумеваем дату, не праздник, а день календаря, то необходимо писать «М» строчную. 8 число месяца марта. Например, когда ставим дату в документе. Праздник 8 марта в нашем сознании – это цельное имя с неотчуждаемыми компонентами. Поскольку у цифры нет статуса «строчная, прописная», то она передает эстафету букве «М». Поэтому пишем «М» прописную. Если же мы прописываем цифру словом, то с большой буквы начинается именно слово «восьмое», а «март» – с маленькой. Пишите и говорите правильно, не только по праздникам, но и в будние дни. До свидания! Одежда ведущей предоставлена магазином модной женской одежды «Концепт Клаб».